С учетом происходящего на мировых рынках, правительство России готовит поправки в антикризисный план. Эту тему сегодня Дмитрий Медведев обсудил с членами экспертного совета при Кабинете министров. Меры для поддержки отечественной экономики, конечно, принимались и раньше, но именно сейчас внешний фон меняется так, что нужно более точечное вмешательство, отметил премьер. С учетом того, как последние 3-4 недели развиваются события, мы все-таки договорились и с коллегами по правительству, и с представителями парламента о том, что правительство продолжит работу в рамках плана по поддержке экономики, или, как иногда его называли, антикризисного плана, в который необходимо включить целый ряд мероприятий, продолжить от некоторых мероприятий, которые мы в прошлом году себе планировали отказаться. Ну, значит, и какие-то мероприятия, безусловно, добавить.